Всем привет, ребята! Всех снова приветствую на моем канале Ник Юсей Тракин на Бизоне по Америке. И опять у меня начинается видосик. Вот. Спасибо, что меня смотрите, что подписываетесь, оставляете комментарии. Всем спасибо, на улице шумно. Я сейчас нахожусь в Сиэтл, Вашингтон. И я не снимал, как я сюда ехал. Почему? Потому что был напряженный рейс такой. Пришлось две ночи спать по 4 часа. Вот, и быстренько-быстренько мне надо было с Тексаса сюда подняться, на Вашингтон, на Сиэтл. Вез одну палету 1500 паундов с Лоредо, с Тексас, сюда вез. Вот, и надо было быстро доставить, потому что я загрузился был в среду днем. И среда, мне четверг, а в пятницу 8 утра уже надо было здесь быть. Так что я быстро ехал, не снимал ничего. Ну, а сейчас... Стою на улице. Так, надо в машину сесть быстренько. Стою я на улице, на такой оживленной. И играем на грузы. Так, сколько вас будет? Быстренько, быстренько, быстренько машину. Стоим, играем на грузы. Вот, и ждем информации, что какие грузы и куда. Уже играл я, много играл, на Канаду играл, на Тексас играл, пока ничего еще нигде не выигрывал, на Пенсильванию играл, на Вирджинию, везде пока еще тишина, потому что Сиэтл, машин много, как всегда, и здесь так задешево уезжать надо. Но ну все, ребята, я выиграл груз на Аризону, Глендейл, Аризона. Едем туда, нам три палета, 1350 паундов. Все, едем на пикап, сказали быстро-быстро-быстро ехать, и мы разгружаться будем аж в понедельник. Так что у нас время предостаточно, и мы едем на пикап. Надо найти нам, что будем загружать. Где-то форклифт будет стоять. Где-то форклифт должен стоять. И там мы будем загружаться. И где это? Найдем. Где наша не пропадала? Это школа, это школа здесь. Мы в школе будем загружаться, друзья. Так, форклифт я вижу. Форклифт я вижу уже. Вон впереди стоит синенький. Где будем загружать? Сейчас надо будет найти. А вот это, наверное, бочки эти загружать буду. Вот эти бочки. Все, сейчас пойдем узнавать.
А куда узнавать? Вот это вот вопрос, потому что это школа. Мы сейчас вот сюда вот носом встанем, чтобы нам легко было загружаться. Вот так. Так, ну что, ребят, вот он, форклифт, и вот он, груз бочки вот эти я буду вести. Но прикол в чем, что нету ключа на этом форклифте. Сейчас будем выяснять, где ключ от форклифта. Но мы завели по-русски, без ключа. Все, сейчас загружаемся и едем. Все, ребят, загрузил. Правда, газу даешь, он быстро загружает, медленно не подает. Так, ну что, сейчас стропуем его, отъезжаем отсюда и ждем Bill of Lading, когда нам пришлют Bill of Lading. Его надо строповать здесь. О, как криво поставил его. Ну ладно, что сделаешь уже. Ну вот, ребята, настроповал его, затянул, чтобы бочки, вода, жидкость, застроповал его так со всех сторон, так что он никуда не денется. Все, отправляем все фотографии и едем. Ну все, ребята, загрузили меня, то есть я сам себя загрузил, и все, заводимся и отсюда выезжаем. Больше мы здесь не будем находиться, нам дали уже good to go, я отпринтовал себе Bill of Lading уже сам. Все, теперь буду ехать как большой человек с Bill of Lading. Я не знаю, почему она так прислала, что она принтовала маленькими мне. Это как его. Так, отсюда надо теперь выехать. Там этот погрузчик стоит, чтобы не зацепиться. Вот, и все. И теперь едем мы на Аризону. Это район Феникса, Аризона. Туда ехать мне всего лишь 1400 миль до места. Так что до понедельника у меня есть время. И мы потихонечку, помаленечку и пойдем, и поедем. Вот. Вон здесь школьники как ходят. Вот так они ходят у нас здесь, школьники, в трусиках. Все нормально, Вашингтон. Так, ребята, вот пока еду, я вам расскажу про этот груз, который я сейчас взял. Это смешно получилось. Короче, мне надо было загружать. Я загружаю его аккуратненько, все. Поворачиваю голову, стоит полицай. Говорит, ты что делаешь? Говорит, ты что, говоришь, воруешь на меня? Я говорю, нет, я беру пикап. Говорит, показывай Bill of Lading. А у меня Bill of Lading нет, у меня только информация в телефоне.
Короче, думал, что сейчас на меня наручники еще оденут и увезут с этого территории. Ой, сразу мысли такие, как ехать, что делать, что это, ой, да. Ну ничего, все обошлось, позвонили в диспетчерскую службу, этого диспетчеру позвонили, он объяснил все. Полицай говорит, ладно, давай загружай и езжай отсюда. Вот, вот такая вот история получилась с этим грузом, чуть не арестовали еще. Так, ну а мы выехали уже, заправились, сейчас на заправке были. Соляра здесь дорогая, 3,99 за галлон, но я как бы по скидке, я заправился по 3,78 за галлон. Так что 21 цент за галлон я себе скрестил. Вот, ну, а мы продолжаем движение, следите за движением, будет интересно. Снова приветствую вас на моем канале. Вот сегодня мы, где-то мой бизон стоит, я его закрыл своими широкими плечами. Вот, сегодня, друзья, утро, доброе утро всем. И вчера загрузился вот это вот, этим лоудом, который я сам грузил. Проехал я сколько там, майлов, наверное, 100. Так спать захотелось, потому что перед этим рейс был тяжеленький, так тяжелый, так сказать, не тяжеленький, тяжелый. Вот. А, заехал на Эристерию, это было часа 3 утра, 3 дня было. Я заехал на Эристерию, думаю, сейчас я полчасика вздремну и поеду дальше. Открываю глаза, на улице 6 утра. Вот это я проспал. Организм сказал, все, хватит тебе работать, надо отдыхать. И я проспал сколько? С 3 часов утра, ой, с 3 часов дня до 6 утра следующего дня. Это у меня первый раз такое за всю историю моей дальнобойной жизни. Вот это да. Ой, да. Ну а что? Ну а мы сегодня едем дальше. Нам остается там 1300 миль. Я не помню сколько. Сейчас зайду в машину, скажу, сколько нам остается. И нам ехать сегодня и завтра. И уже в понедельник мы разгрузимся. У нас суббота, воскресенье мы в дороге будем. 1000 с чем-то миль это нормально проехать за 2 дня. Так что собираемся и вперед в путь. Всем приятного просмотра, будет интересно. Я вчера проехал всего лишь 108 миль, если честно. Так, а ехать нам еще. Нам еще ехать туда 1320 миль. Вот. О, ехать мы будем вот так. У нас Вашингтон, Орегон, Айдахо, через Неваду и на Аризону. Вот так вот мы и поедем.
И это все 1320 миль. Все, заводимся и едем. Ну вот, ребята, заехал масло поменять. У меня купил уже фильтр. Масло купил. И только осталось поменять масло. Стоит у нас $30 поменять масло. Только поменять. А масло и фильтр это мои уже, я заплатил. Получается в этом, где я покупал? В Вашингтоне я покупал $170 фильтр и масло. Ну вот сейчас подожду, поменяют масло и поедем дальше. Я на месте, груз на месте, машина на месте. Всем доброе утро. Сегодня прекрасное утро, солнышко светит. И я стою в Аризоне, мне остается 27 миль или 22 до разгрузки. Я здесь остановился на таком тракстапе, это у нас вместе Pilot и Shell. И какое солнышко яркое светит. Вот, остановился, здесь поспал. И теперь выдвигаюсь на этот, на разгрузку. Так, смотрим, сколько нам осталось. Нам осталось всего лишь ничего. Нам осталось 27,5 миль до разгрузки. Так что, ребята, мы сейчас заводимся и поедем, разгрузимся и будем свободны. Так, ну что, ребята, я приехал. Вот уже второй круг делаю, а заезда я не вижу. Это вот после этого здания у меня получается этот ярд полностью. Это куда я должен заезжать, но я не вижу заезда, все ворота закрыты. Так, вот какая-то информация, и сейчас мы прочитаем ее. Вот оно, да, мне надо, вот так, for place contact to office 5347, все ясно. Значит, едем обратно. Так, ну что, ребята, да. Вот этот вот офис, он закрытый еще. Будем ждать 8 утра. Если в 8 утра никто здесь не будет, будем звонить. Потому что мне надо здесь чек-ин сделать. Но у нас все еще закрыто. Так, сейчас пойдем проверим груз, все ли в порядке с грузом. И будем ждать. Так, ну с грузом вроде бы все в порядке. Вроде бы стоит, правда. Загрузил я его кривенько был. Ничего. Все нормально. Доехал груз. Не упал, не развалился. Все, будем ждать.
Ну все, друзья, меня разгрузили. Все, я свободен, как ветер теперь. Так, все. Теперь сейчас делаем, что мы свободны. Available. И ищем груз. Это на ИС надо. Короче, мне сказали, что я счастливый. Сегодня надо, значит, лотерейный билет купить. Говорят, здесь никогда никого здесь нету. Здесь просто ярд и все. А я сегодня приехал, и здесь люди работали. Говорит, это вообще, тебе просто повезло. Ну, значит, так надо. Ну все, слава богу, разгрузились. Теперь будем искать дальше грузы. Всем доброе утро. Сейчас я нахожусь в Миссури. Еду я на Мичиган, около Детройта. Это город у нас, сейчас скажу вам, какой город. Салин. Салин город. Я там разгружаться буду в понедельник. Это завтра, сегодня воскресенье у нас. Вот. Проехал я. Сейчас все будут радоваться. Те, кто говорит, что я простаиваю. Да, у меня получилось так, что я когда ехал сейчас скажу вам. Когда я ехал с Вашингтона, я заехал в Аризону, это Феникс, Аризона, разгрузился и не целый день, стоял я где-то до часов 12, до часу. Мне дали груз, как я выиграл груз, на Джорджию. Ждал я часа два, наверное, информации, потом позвонил диспетчер, говорит, cancel. Почему? Потому что брокер не мог дозвониться до шиппера и не знал информации никакой, и мне сделали cancel. Ну, так как уже было часа где-то три дня, уже грузов мало было тогда, и я решил ехать домой. Домой мне было пустыми, я проехал 280 миль, и в понедельник я начал опять играть. То есть это уже вторник был. Стоп. Это уже был вторник. Во вторник я выиграл груз на Хьюстон. То есть получается как? Я выиграл груз с одним пикапом, два стапа. Это Хьюстон и Литл Рок, Арканзас. Поехал на пикап, взял груз, все классно, все это самое. Дали номер, я загрузился. Дали один номер, мне дали good to go, я поехал. А потом выясняется, я уже был в Нью-Мексико, и выясняется, что я еще должен был один палет брать на Литл Рок, Арканзас. Я выяснял до этого, они говорят, что один только палет, и там догрузка, ну, короче, такое вот все. Я часа, наверное, три, только выяснял. Ну, мне дал диспетчер good to go, я поехал. А потом оказывается, что я еще один палет не взял, так что я только доехал до Хьюстона. В Хьюстоне я разгрузился, поехал я на Брунсвилл, Тексас. Оттуда сразу, считай, разгрузился я в 8 утра, и в 10 часов утра я уже взял груз на Брунсвилл, Тексас. Взял я, ну это где-то 560 миль, где-то я проехал 555 миль, заработал я грязными 560, вот. А оттуда уже я вот выиграл этот груз, который идет оттуда на Брунсвилл и на Салин, Мичиган. Так что вот такие вот дела, ребята, и много работы. Не знаю, кто говорит, что нету работы, кто стоит, ничего подобного. Я вам скажу, меняйте тогда диспетчеров, раз вы не можете взять нормально грузы.
Это только в этом и зависит все. Так что, ребята, кто не верит мне, пожалуйста, я могу предоставить вам всю информацию, что я зарабатываю так, что я работаю так. Так что всем спасибо, кто меня смотрит, кто подписывается, оставляет комментарии. Всем удачи, увидимся в следующем видео. Всем пока, а мы поехали работать дальше. Следите за движением, будет интересно в следующем видео.